Всем привет, друзья, с вами Нави. К сожалению, эпицентр для нас окончился на групповом этапе, и, мягко говоря, это не тот результат, который каждый из нас хотел видеть. Что тут говорить? Соперник оказался сильнее нас, мы знаем свои ошибки, и я могу сказать только одно, что мы будем над ними усердно работать, потому что меньше всего в мире мы хотим вас разочаровывать. Мы подготовили для вас видео, и я надеюсь, что на некоторые вопросы вы все же получите ответы. Друзья, сейчас начнется очень важный матч для нас против команды Secret. И выиграв его, у нас есть хороший шанс попасть в плей-офф и посражаться за главный приз. Ну, а сейчас ребята находятся в игровой комнате. Они настраивают компьютеры, мышки, клавиатуры, настраивают свои головы, готовятся к игре. И я надеюсь, они дадут результат. Пойдем посмотрим. Давай! Что? Принимаем успокаивающих таблеточек. Как описать состояние, когда ты проигрываешь? Не очень хочется отвечать на вопросы, разговаривать. Все просто сидели и думали, что они могли сделать по-другому. Проходит время, там час-два, может быть полдня, они уже немножко оживают, мы начинаем обсуждать. Смотрим реплеи иногда, просматриваем какие-то отдельные моменты, обсуждаем, что можно было сделать по-другому. У нас был короткий буткемп перед эпицентром, потому что двоим из наших игроков нужно было получить визы в Россию. И если учесть, что буквально за две недели до этого мы только уехали с буткемпа, в котором играли отборочные, собственно, на эпицентр и на саммит, мы смогли собраться так быстро, как только могли. С одной стороны, мы очень рады, что нас пригласили на эпицентр и что мы выиграли голосование. С другой стороны, мы объективно оценивали свои силы и понимали, что группа сложная, там, звезд с неба мы не схватим. Ребята подошли к первой игре достаточно с боевым настроем, хотя было видно, что они очень волнуются. Для Мальты это вообще первый такой крупный турнир, не считая Китая. И было видно, что он переживает. Честно говоря, даже я немного волновался. Они переживали, это видно было и по генералу, и по Биверу, но все равно они пытались там шутить друг с другом, они общались, там обнимались. Мне кажется, это дает им какую-то уверенность в себе. You gonna go for nukes? Yeah. Are you wasting ulti? Yeah, they're wasting. It's really good that they waste ulti, but then what happened? Here we will split it. Oh, we split it? Yeah, right. So what happened here? We have Puck. It's not bad. We don't have rock red. No, we just used. Huh? No, we don't have. Oh, yeah. We don't have. Mm-hmm. But you know, no front. Look, Walker. Where's Walker? He's here. He's starting to kill Ogre, so I jump, I ult him. He wasted his spells, now we kill Ogre. У нас есть вещи неотработанные, те вещи, которые мы не показали. Нам сейчас еще больше хочется показать и доказать, что мы отыграли не на полную силу. Нам нужно научиться справляться с психологическими, скажем, факторами. If I leave here, I think it's really good.
I was guessing yes, on the way. Yeah, yeah, yeah. It was unlucky. You can watch player perspective if you want. I thought you were closer to us. We said we'll fight, so I think you're a bit closer. So I think if we have failed once on my... Я бы пока сказал, ты бы уже прилетел. Все нормально. With next form, it's up in 20 seconds. Group up in near this shrine. Check this word. And we go. We go with 5, please, if it's possible. Как бы это ни банально звучало, просто переволновались, вот отрубило им мозги. К сожалению, мы люди. Так случается, что все, ты волнуешься, у тебя отключается голова, ты забываешь про все на свете. Несмотря на то, что мы расстроены результатом, наша цель остается прежней. Мы должны показать максимум свой. У нас есть своя скрытая цель, общая. Я не хочу ее говорить, озвучивать сейчас. Мы будем работать, пытаться просто показывать свою игру. Конкуренция сейчас сильная, но мы тоже хорошая команда. Нави! 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 Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нас и остается нам верен, несмотря ни на что. Впереди нас ждет саммит и, конечно же, главная цель International, и мы будем к нему упорно готовиться. Ну, а у меня на этом все. До скорых встреч на канале NATO Свинцеры. Пока!